23 февраля все российские мужчины будут получать подарки и поздравления. Каждый год за несколько дней до праздника представительницы прекрасного пола задаются вопросом, а что же подарить любимым защитникам? И поэтому сегодня мы решили узнать, что больше всего хотят наши мужчины и что могут предложить ульяновские женщины. У меня двое защитников, и они уже пожилого возраста, поэтому им дарится обычно белье, сумка какая-то хозяйственная. Ну, мужу еще можно парфюм. Печатку, кольцо золотое. Бальзам башкирский. Самый лучший тонизирующий напиток. Пусть радуются, не болеют, всегда будут в тонусе. Наверное, сделаю хороший ужин. И, возможно, пиццу закажу, ну или что-то наподобие. Но точно это не носки и не гель для душа. Сертификат в магазин мужской одежды. Все? А, тоже сертификат? Ремень, там рубашка. Папе дарим видеорегистратор всей семьи. Носки. Спросили носки. Серьезно? Ничего. Почему? Потому что нас так принято в семье. Наверное, что-нибудь мужское, рубашку, галстук. А что вы на 23 февраля подарите своим защитникам? Деточка, я подарю самую себя. Это самый лучший подарок на свете. Это я. Я хочу, чтобы мне подарили автомобиль. Большой комплект носков. Остров. В Тихом океане. Вот обрадовался, прям капитально бы обрадовался. Носочки. Или пена для бритья. В самый раз. Хороший подарок. Ну, допустим, триммер для бритья. Будет приятно все, что угодно. Но только хорошее. Диплом. Да, этого хватит вполне. Да, трусы, носки вполне достаточно.